Здравствуйте, уважаемые жители и гости города Мирный. На сегодняшний день у нас ситуация с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 остается напряженной. Каждый день выявляются все новые пациенты. Но распространение этой инфекции у нас сейчас в данное время связано с сезоном отпусков. И выявляются все больше пациентов, которые прибывают у нас из различных регионов нашей страны. Раньше при первой и второй волне симптомы были идентичные, то есть это аносмия, потеря обоняния, нюха, кашель, слабость, температура, то третья волна, то есть выявление новых штаммов коронавирусной инфекции, у нас и симптомы болезни немножко изменились. Появились нарушения желудочно-кишечного тракта, мышечные боли, суставные боли. И мы еще замечаем, что болезнь, она очень быстро прогрессирует. Даже на фоне лечения заболевание, оно быстро прогрессируемое стало. Дело в том, что у нас некоторые пациенты, которые поступают, они не вакцинированы. Те, которые вакцинированы, бывают случаи поступают, у кого первый компонент, у кого два компонента. Дело в том, что при получении первого и второго компонента вакцины от ковида иммунитет сразу не срабатывает, то есть там нужно время. При получении первого компонента и второго компонента все равно надо соблюдать меры предосторожности, соблюдать масочный режим, также дистанцию также надо соблюдать. Вот. В группе риска до сих пор у нас остаются люди пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями, это пациенты, у которых вторичный иммунодефицит, беременные женщины, также дети. И с выявлением новых штаммов часто начали болеть дети. У детей в основном присоединяется нарушение желудочно-кишечного тракта. Но дети, конечно, переносят более легче, чем взрослые. У нас тяжелых детей не было. Дети также проходили стационарное лечение. Сейчас у нас в стационаре на 120 коек 116 пациентов. Мы расширили реанимационное отделение, потому что тяжелых больных очень много. Из 6 коек мы сделали уже 12 коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. В связи с ухудшением эпидобстановки в Мирнинском районе, убедительная просьба гостей и жителей города Мирный, обратите особое внимание на свое здоровье. При появлении ОРВИ обращаться к участковому терапевту, сделать вызов на дом. При появлении температуры, кашля, таких симптомов, как потеря обоняния и нюха, желудочно-кишечных нарушений, также плохое самочувствие, вызывать скорую медицинскую помощь. И также просьба, те, которые прибывают из других регионов, из отпусков, просьба сдать тест на ПЦР. И при отрицательных анализах, те, которые не получили вакцинацию, просьба пройти вакцинацию у нас во взрослой поликлинике.